Друзья, посмотрите, что происходит. Тоша, Тоша, Тоша! Тоша! Туда попал мячик. Я его сдвинула, чтобы он его не достал. И смотрите, что происходит. Тоша, Тоша, Тоша! Нельзя! Тоша, Тоша! Тоша! Любимый его мячик, смотрите, что творится. Тоша! Тоша! Я хочу, чтобы он улетел в клетку. Сейчас уже ночь почти. А он смотрит, что творит. Посмотрите, что вытворяет. Тоша! Ты Тоша! Что ты делаешь, Тоша? И вот осталась там щелочка. Вот посмотрите, посмотрите, что творит Тоша. Там мячик. Тоша! Я специально так клетку сдвинула, чтобы он туда не попал за мячиком. Чтобы он полетел в клетку. Ой, я не могу. Что творится? Не-не-не-не. Не надо мне на камеру садиться. Тоша, иди в клетку, иди. Иди. Вот молодец. Умничка. Ты моя умничка. Все, надо спать. Уже ночь. Вот, видите, там мячик. Ой, Ташуня. Вот так, друзья, прикол такой. Видите, какой у нас сегодня произошел. Решила вам сразу показать. Видите, в комнате темно. Ну, такой прикольный случай. Тошка нам устроил. Все, Тош, спокойной ночи. Мы с друзьями прощаемся. Обязательно сейчас вам передадим приветики, все, кто нам написал комментарии. Итак, друзья, давайте передадим приветики всем. Итак, первый приветик. Перусика ин Молдова. Не знаю, правильно прочитала или нет. Прошу сразу прощения. Анастасия Попова. Попова, приветик. Александра Воронова, приветик. Лера Ди, приветик. Три богатыря. Алена Лайф. Татьяна Павленко. Принцесса на горошине. Канал волнистых попугаев Бонни и Ника. Все мы вам передаем приветики, друзья. И желаю всем спокойной ночи, если вы смотрите вечером. Или доброго дня, если смотрите днем. В любом случае, всем пока-пока. Да, Тош? Да.